Почти 19 миллионов рублей потратят кировские власти на благоустройство города в следующем году. Сейчас ищут подрядчика, документы размещены на сайте госзакупок. Более подробно о планах нам расскажет руководитель дирекции благоустройства Дмитрий Болотов. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Итак, расскажите, что конкретно и в каком количестве планируете закупать для города? Значит, что касаемо вот именно государственной закупки, она была в марте. Именно вот эти 19 миллионов рублей, они были рассчитаны на 134 скамейки и 178 вазонов различных диаметров, размеров, ну и модификаций. То есть закупка состоялась, падение составило более 60%, и был заключен государственный контракт на сумму 7 миллионов 947 тысяч. Данная закупка уже состоялась, и весь товар уже, в принципе, поступил, а также расставлен по территории города. А именно скамейки мы поставили на Октябрьский проспект, это бульварная часть от Профсоюзной до Воровского. А вазоны, то есть, вы сами видите, расставлены по всему, ну, по всему территории города, то есть основная часть, то есть центральных улиц. Остатки денежных средств, которые остались, также законтрактованы и также заключен государственный контракт на 134 урны и 122 вазона. При поступлении всего этого также будет все расставлено по всей территории города. А какой срок окончания вот этих работ? Когда уже все окончательно расставят? Значит, по первому контракту мы расставим все к дню города. А по второму контракту, то есть это июль-август месяц текущего года. А в связи с чем такая была необходимость? У нас мало в городе скамеек, Необходимость возникла в связи с тем, что скамейки, даже на бульварной части Октябрьского проспекта, скамейки пришли в негодность, то есть это все нужно менять. А МАФы – это озеленение города, то есть это цветы, это красиво. Соответственно, было принято решение правительством, а также администрацией города для увеличения количества зеленых насаждений. То есть в этом году, получается, все уже установят, в следующем году что-то будет, еще появится? Именно в этом году, то есть это МАФы, а зеленые насаждения мы закупаем каждый год, то есть и, соответственно, будем досаживать. А МАФы – это вазоны, то есть это то, что будет расставлено, а зеленые насаждения просто будут меняться, и все каждый год. Спасибо, что пришли. Ну а мы продолжаем. До свидания.